Всем доброго времени суток, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами Наталья Крайник. Сегодня я делаю рыбные зразы с грибной начинкой, без яиц. Они очень сочные, питательные и подойдут не только для тех, кто соблюдает пост, но и для повседневного меню. Если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Все пропорции и ингредиенты будут у меня даны под видео в описании. Филе хека пропускаем через мясорубку вместе с луком и чесноком. Добавляем сюда же морковь. Я ее на терке, на мелкой потерла. Сухари. Солим. Перчим по вкусу. И все это хорошо перемешиваем. Рыбный фарш, хорошо перемешав с морковью, с панировочными сухарями, посолили, поперчили. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник. А в это время будем заниматься грибной начинкой. Репчатый лук я натерла на терке. Грибы предварительно промыла, обсушила и порезала вот на такие мелкие кусочки. И в разогретое растительное масло будем отправлять лук. Лук выложили на сковороду и обжариваем. До прозрачности лук. Выложили грибы в луку и жарим минут 10 до выпарения жидкости и до зарумянивания грибов. Таймер времени на плите выставила на 10 минут. В конце жарки посолили немного, поперчили. Выключаем плиту и оставляем грибную начинку остывать. Начинка остыла, переложили ее в тарелочку. Достала из холодильника рыбный фарш. Убираем пленочку. Берем фарш. Делаем вот такие колобочки, потом в лепешечку все это. И в серединочку лепешечки ложим грибную начинку. Сворачиваем края хорошо, как вот у пирожков. Закрываем, так вот формируем, где что, вот, убираем. И обваливаем в сухарях. Выкладываем, следующую также делаем. Хорошо в колобочек. Колобочек, лепешечка. И начинка.
нажимаем, формируем. Обваливаем в сухарях. Рыбные изразы с грибной начинкой готовы. У меня получилось 11 штук. Разогреваем сковородку. Наливаем масло. В разогретое растительное масло выложили изразы. Масло должно покрывать дно сковороды. И на среднем огне обжариваем с одной стороны минуты 3-4 до золотистой корочки. Затем переворачиваем на другую сторону. Продолжаем жарить изразы под крышкой в течение 5 минут при температуре плиты чуть ниже средней. Рыбные изразы с грибной начинкой готовы. Подавать их можно как самостоятельное блюдо, так и с картошечкой-пюрешечкой. Так, посмотрим, что там у нас. Берем. Вот так, давайте сейчас отложу. Посмотрите, сколько там начинки. Аромат идет. Вкусно. Сейчас попробую, вкусно или нет. То говорю вкусно, а может быть не понравится. Мягкие, сочные, обалденные. Пробуйте, делайте. Вам понравится. Всем, кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, я на них обязательно отвечу. Подписывайтесь. Всех ценю, люблю, уважаю. И всем приятного аппетита. До новых встреч. С вами была Наталья Крайник. До свидания.